оمаgیاна тмеран دася gенан жнаشалакая чакشурым млتам на تасمай шرи гуравена мہа шرи чайтаنя мнو بیشتام сتапتам на भуتале сваیاм руپа кدаمаҳاм дада тисвاпадантکам ванšакал پатرу بیшчакрыпаснدупевача پатی тāنам паوа بو вшав بو нмوныма ва

к слушанию, к изучению шаста. Мы с вами обсудили введение в Бхагавадгите Баладе в виде Бушины. Почему мы начали с него? Потому что Шила в большей части своего введения, в части своего введения следует ему. И нам нужно тренироваться внимательно, вдумчиво читать. Поэтому, когда мы будем читать введение, нужно будет э, стараться узнавать вот эти четыре анубанхи, которые мы с вами обсудили. Это классическое традиционное введение к философскому трактату, э, который пишут риши, мудрецы, ачари, преданные. Э, оно должно, оно обычно содержит вот эти компоненты. Мы с вами их обсудили. Для чего это нужно? Для того, чтобы дать человеку, читающему введение, понять, нужно ли ему продолжать, дать ему понять, какая нужна квалификация для того, чтобы понять это произведение. Мы с вами изучаем Бхакти шастры и знания, которые в них содержатся. Бхакти Шастра – это все книги, которые мы с вами здесь изучаем, книги, которые Шастры, которые раскрывают, описывают науку преданного служения. Вот, и методом Пости, адхикаром квалификации для постижения бхакти является э, вера. Да? Это одно из, один из составляющих компонентов, составляющих квалификацию для этого. И квалификация является преданность. То есть нужно заниматься преданным служением для того, чтобы понять эти произведения для того, чтобы действительно извлечь из них благо. И вот это вот благо, результат, который мы можем получить, это про Йоджина, цель. Mm -hmm. То есть для чего эти произведения? То есть эти произведения явлены изначально Верховной Личности Бога посредством своих чистых преданных. Это совершенное знание, и цель его в том, чтобы поднять нас на уровень чистой любви к Богу Кришна Прямо Бхакти. В этих произведениях содержится все три аспекта знания, то есть любое знание, оно подразумевает три аспекта, всегда состоит из трех аспектов. Это самбанха, абхидея и прайоджина. Я буду стараться как-то контролировать количество информации для того, чтобы все могли ощущать себя присутствующим и понимающим. То есть очень важно, чтобы мы всегда ощущали, что, в принципе, я понимаю предмет. А, то есть не нужно излагать это, что это я себе проповедую, не, не нужно представлять и излагать предмет так, чтобы многие терялись и ощущали, что это что-то сложное, это что-то не для меня. То есть Шила так не делал, и мы не должны так делать. То есть Будем стараться излагать так, чтобы все понимали. Итак, я, я себя останавливаю, немножко очень многое хочется рассказать. И в течение курса мы все эти детали обсудим, все эти детали и компоненты философии сознания Кришны. Итак, на чем сейчас я хочу попросить вас сосредоточиться, это на трех аспектах знания Самбанха, Абхидея и Прайоджина. Многие из вас это уже слышали на лекциях, в общении с преданными, или кто-то уже дочитал до того момента, где Прупада эти термины начинает использовать. Прупада использует эти термины, естественно, очень часто в читании Чаритамрити. В шримад Бхагаватам эти термины тоже встречаются. Первый раз, где-то в шестой песне в Бхагавадгите Шила Прапада не использует эти термины, но очень важно, Шилопропада всегда говорит о самбанхе, Абхида и про Иногда или часто не используя терминов, не говоря вот самбанха, это то-то и то-то, это вот об этом-то и об этом-то. Он просто говорит, что знание, ведическое знание содержит в себе философию, объясняющую положение Верховной Личности Бога, положение живого существа, их отношения. Что это такое? Это самбанха. Иногда Шилопропада Пропада, когда говорит об этом, он не указывает на термин. Вот, и термины не всегда обязательны для того, чтобы понять суть, но уловить суть то, что требуется вначале, уловить какую-то суть, чтобы начать понимать предмет, чтобы начать следовать ему. Но для систематического изучения, для углубления в предмет нам нужно нам нужно разобраться в терминологии. Это одна из целей бхактишастра, курса бхактишастра. И эта цель, может быть, будет выглядеть иногда сухо-сухо, но это нужно. Нужно работать головой, нужно запоминать, нужно стараться понять. И вот то, что сейчас я прошу вас запомнить и понять, это вот эти три термина – самбанха, абхидея и прайоджана. Самбанха – само слово указывает на взаимосвязь всего самбанха, как все связано. То есть это знание, помогающее нам соединить точки в восприятии нашей реальности, в осознании того, что из себя представляет вообще реальность, что из себя представляем мы, как часть этой реальности, положение абсолютной истины личности Бога, который является источником всего, также и нас с вами, да, живых существ. То есть самбанха ⁇ это знание, позволяющее увидеть все целостно, увидеть связь всего с Кришной, увидеть Кришну во всем, увидеть свое положение, правильное, истинное положение в этой реальности, в отношениях с Кришной. То есть это знание об отношениях живого существа с Верховной Личностью Бога и с Его энергиями, и знание об отношениях к Верховной Личности Бога. С его различными энергиями, одной из которых является живое существо. Можно говорить долго и много. Не каждое слово мое надо запоминать и записывать. Как я уже говорил в начале, нужно стараться понять. То есть сосредоточиться нужно на том, чтобы понять, о чем в принципе идет речь. То, что нужно запомнить, вы найдете в методичке, получите в домашних заданиях, а то, что мы обсуждаем здесь, это то, что надо понять. И для того, чтобы понять, иногда нужно задавать проясняющие вопросы или, честно, признаваться иногда, что что-то вы не поняли, не уловили и хотели бы услышать еще раз и так далее. Итак, самбанха, апидэйпраэджин самбанха в общих чертах. Бандха означает связь, сама означает полное или как бы всестороннее описание связи всего. То есть самбанха – это знания, позволяющее увидеть, как все связано между собой и в конечном итоге, каким образом Кришна, верховная личность Бога, является средиточием всего, источником всего, опорой всего. И Бхагавад Гита является самбанха шастрой. То есть это... Аспект знания, аспект философии, на котором мы будем сосредотачиваться, изучая Бхагавадгиту, Бхагавадгита — это самбанха-шастра. В ней содержится самбанха Гиан. Там говорится о преданном служении, там говорится о цели, о проёджине, тоже о духовном мире, о достижении обители Всевышнего, об освобождении и так далее. Но концентрация, основной целью Бхагавадгиты является самбанха-гьяна. Самбанха Гьяна, знание о связи всего с, с Кришной, а, как определял, определял Господь Чайтанья, Самбанху, а, это Бхагаван Самбанха. То есть наша Самбанха, которую мы изучаем, называется Бхагаван Самбанха. Это знание, позволяющее увидеть все в связи с Бхагаваном, с личностью Бога, себя, его различные энергии, материальный мир и так далее. На Самбанха очень полезно посмотреть с точки зрения вопросов, на какой вопрос отвечает это знание. То есть различные аспекты знания отвечают на разные вопросы более конкретно. Самбанха Гьян отвечает на вопрос «почему?». Вопрос «почему?». Почему мы должны полностью посвятить себя служению Кришне? Почему мы должны полностью предаться ему? Почему мы должны занять себя преданным служением? Почему мы должны быть уверены в милости и защите Кришны, в том, что Он поможет нам на пути прогресса сознания Кришны защитить от различных опасностей. Почему, 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 почему мы должны, ну, если все эти вопросы сократить, можно сократить их к одному. Почему мы должны предаться Кришне и посвятить себя полностью преданному служению и не заниматься больше ничем? Вот это самбанха Гьян. То есть слушая о положении Кришны, о положении живого существа, о их взаимоотношениях, о материальной природе как энергии Кришны. Мы осознаем могущество, величие Кришны, нам мы узнаем о качествах Кришны, и это все побуждает нас предаться. То есть это отвечает на наш естественный внутренний вопрос, почему. Да? То есть это убеждает нас и отвечает на вот этот естественный вопрос, почему мы должны посвятить себя. Кришне полностью. Самбангагиан формирует веру, которая на санскрите называется Шрадха в сам Бангагьян формирует веру. То есть вера в традиции Вашнавов это не слепая вера, это вера, основанная на знании. Безусловно, мы принимаем, что, принимаем как аксиому, как факт, что Веды, ведическое знание совершенно, и в нем нет ошибок. Но у нас все равно есть свои основания принимать это как аксиому. Они не логические, да, они не а, основаны на материальном нашем опыте, что вот все в ведах, что все, что есть в ведах, подтверждается материальным опытом. Нет, не все. Многие вещи никогда не подтвердятся материальным опытом. А также Кришна Намади есть шлока, где, в которой говорится, что Кришну нельзя воспринимать а, нашими нынешними материальными чувствами. То есть с помощью этих чувств и их возможностей мы не можем воспринимать ничего трансцендентного. Но чувства можно очистить через процесс преднаслужения, и очищенными чувствами мы можем воспринимать трансцендентное. И в конечном итоге мы можем увидеть Кришну лицом к лицу. Таким образом, посредством очищения, да, общения, практики, благочестия, да, которое мы совершаем, достигается некоторое очищение. И мы переходим постепенно на другой уровень протягше. То есть мы знаем о том, что Кришна ⁇ Верховная Личность Бога, потому что это утверждают Веды. И мы знаем, что Веды не, не врут и не, и не содержат в себе каких-то ложных знаний. Они абсолютно исходят от самого Кришны, Верховной Личности Бога. И причины, почему мы знаем, что это так, и верим в это, они не связаны с нашим восприятием, материальным опытом или с нашей логикой. Да? То есть мы не, нельзя логически до этого дойти. Это исходит отсюда. Да? То есть благо, благочестие, действия в соответствии с шастрами, действия направленные на служение Верховной Личности Бога и Его чистым преданным, делают человека эмоционально и психологически готовым принять сознание Кришны. То есть созна... принятие сознания Кришны ⁇ это одновременно и интеллектуальный, и эмоциональный и психологический момент. Да? То есть говорится, что сознание Кришны, сумеда, сага принимают самые разумные. Но нужно понимать, что подразумевается здесь под разумом разумные люди. Это те, которые имеют некие внутренние чувства, не только грубые внешние чувства. То есть разумный человек, которого нельзя провести, нельзя обман, обмануть, это человек, который чувствует обман. У него нет улик, у него нет фактов, но он знает, что этот человек обманывает. Вот это разумные люди. То есть иногда мы используем слово проницательность, указывая на то, что человек может видеть то, что не могут видеть другие. То есть вот это подразумевает, что сознание Кришны принимает самые разумные, сумеда сага. Это люди, которые чувствуют, чувствуют, ощущают, что это истина. Да. То есть это, для этого нужно милость Кришны, благочестие для этого человек должен каким-то образом соприкасаться с сознанием Кришны, служить преданным. И постепенно Кришна, как находясь в сердце этого человека, как сверхдуша, вдруг дает ему разум вот этот, дает ему разум принять сознание Кришны, почувствовать, что это истина, наконец-то это то, что нужно принять. Итак, мы говорим о самбанхе, апхиде и прайоджине. Самбанх отвечает на вопрос, как, о, почему мы должны служить Кришне, предаться Ему. Она убеждает нас, она формирует шрадху, веру. И, безусловно, шастры имеют очень сильные аргументы и очень сильную логику, совершенную логику, совершенные аргументы. Но также ведическое знание, передающе, передающееся по цепи ученической преемственности, имеет э, духовный потенциал очищать сознание, э, э, приводить человека в контакт с духовной энергией, которая как раз рождает вот этот трансцендентный опыт и пробуждает трансцендентный разум, позволяющий видеть то, что не видят другие, ощущать то, что не ощущают другие. Фактически, не будет э, неправильным сказать, что частично мы принимаем сознание Кришны, опираясь на наши чувства, вкус. У нас нас тянет к этому, то есть нам нравится это. Это не объяснить, это просто просто нравится. И частично на логику. Именно так постигается трансцендентное знание, вкус и логика. И вот этот вкус, он зависит от служения и смирения. Мы должны с, э, покориться Кришне. При, Принять прибежище в обществе преданных у духовного учителя, это э, способ, как мы можем побудить Господа, раскрыть для нас все тайны ведического знания. То есть все постигается через смирение и служение. Слушание является одним из составляющих процесса постижения абсолютной истины, и существенным, самым важным составляющим является практика и служение. Итак, а – это самбанха-шастра, и то, что мы можем ожидать. В конечном итоге, благодаря пониманию Бхагавадгита, исследованию, знанию изложенному в Бхагавад-гите, мы достигнем Кришну, мы сможем видеть Кришну лицом к лицу. Но сначала мы разовьем веру, Шрадху, убежденность, и будем убеждены на 100%, что Кришна. Друг всех живых существ, он личность, обладающая самыми лучшими качествами, он очень милостив ко всем и в особенности очень привязан к своим преданным, он защищает преданных, он дает все необходимое преданным для жизни, для духовного прогресса. Он единственный, на кого можно полностью положиться, он единственный, кто никогда не подведет и никогда не обманет. И даже если он захочет нас наказать или очистить. Это в любом случае наградит нас очень большими, очень дорогими сокровищами, это приблизит нас к Нему. Даже если Он отвернется от нас или скажет, чтобы мы не появлялись ему на глаза еще миллиарды жизней, это в результате поможет нам увидеть Его лицом к лицу не через миллиард жизней, а гораздо быстрее. То есть все, что это абсолютная природа, абсолюта или личности Бога. Абсолютная природа Кришны, все, что Он делает, является благом, ведет к вечному трансцендентному блаженству и знанию. Все, что делает Кришна со своими преданными, с каждым живым существом. Итак, мы изучаем и изучаем Бхагавадгиту, и Абхидея – это практика, это отвечает на вопрос «как?», то есть «почему я должен предаться Кришне?», Отвечает Самбанха Гьян, как это сделать на практике, что нужно делать, собственно, на практике, как понравится Кришне, как предаться Ему, как удовлетворить Его, как снискать Его милость, как, как, что надо, то есть, что надо делать. А? А, иногда говорят, что Самбанха отвечает на вопрос, что, то есть она описывает, как все устроено, но вот это вот все, как устроено, то есть отвечая, философия, отвечающая на вопрос, что, что, собственно, из себя представляет эта реальность. Это знание, оно, э, как вывод, содержит в себе предание Кришне, то есть оно побуждает предаться. И здесь вот в этом уже ключе с этой целью я сосредоточился на вопросе, а почему? Да, то есть самбанха, она описывает что? Но в итоге отвечает на вопрос также, почему, я думаю, мы должны предаться Кришне. Абхидея – это как. То есть какие виды преданного служения бывают, как нужно выполнять, какие препятствия могут быть. Как проходить, точнее, как проходить эти препятствия. Сам Банхакьян может содержать в себе препятствия, а Абхидея уже учит непосредственно практике, как пройти через эти препятствия. Вот. И про Йоджина – это цель. Для чего все это? То есть что в конце? Для мы должны предаться Кришне, должны служить Ему. Почему? Потому что я вечный слуга Кришны, Кришна – Верховная Личность Бога. Мы вечно связаны этими отношениями. Мое естественное положение – это положение вечной слуги Кришны. То есть это естественное занятие для каждого живого существа – преданное служение. Это здоровое состояние любого живого существа. Это очень много можно сказать по этому поводу. Но вот я занялся преданным служением, будучи убежденным во, все этом, во всем этом. Я знаю, как заниматься преданным служением, но для чего? Что я должен ожидать? Я должен ожидать пробуждения любви к Кришне, развития привязанности к Кришне и одновременно с развитием привязанности к Кришне мы должны ощущать уменьшение материальных привязанностей, в конечном итоге любовь к Богу и возможность находиться в духовном мире, в его вечном окружении среди других вечных спутников Господа. Вот эта цель нашей жизни, пройоджина, это тоже вдохновляет. То есть абхидея – это то, что мы делаем, а Самбан, самбанх – это то, что убеждает и вдохновляет нас. И прайоджина – это тоже то, что вдохновляет нас. То есть мы прайоджина раскрывает нам возможности. Увидеть Кришну лицом к лицу, достичь духовного мира, покончить с самсарой, круговоротом рождения и смерти со всеми этими материальными страданиями. Прямо сейчас уже в этом теле мы можем быть свободны от самсара, от всех мук рождения, старости, болезни и смерти. Сознание Кришны позволяет быть трансцендентным ко всему этому. Прямо сейчас уже в этой жизни это мы будем изучать в Нектаре. Преданность Гити тоже эта идея будет. Дживан-мукта, освобождение у, при пребывании еще в этом теле. Можно достичь освобождения сознания. Кришна дает это чувство освобождения На, у, даже в этом теле. Проеджина, то есть вот, возможность вернуться домой назад к Богу, в духовный мир, возможность покончить со страданиями, со страхом, со скорбью. Совсем что нежелательно для каждого живого существа ощущается как нежелательное, но с этим нельзя покончить никак больше. Но бхакти преданное служение может. И, вот это, и это дает энтузиазм воспользоваться возможностями. То есть проеджина таким образом вдохновляет нас. Она говорит о возможностях, и мы вдохновляемся. И мы решаем, я сделаю все возможное, чтобы этими возможностями воспользоваться и действительно достичь этой цели, практикуя сознание Кришны, бхакти-йогу, абхидею, на основе правильного истинного знания самбанха гьян. То есть самбанха гьян является основой нашей практики, прайоджина является целью нашей практики. вот так можно запомнить. Это емкие очень концепции. Я скажу, цель – сказать что-то о них. Цель – просто иметь представление. И когда мы читаем книги Шелпропада, мы читаем об этих трех аспектах знания и ни о чем больше. Самбанха, Абхидея и Прайджан – нет ничего больше. Господь читание сказал, все веды об этом. Если что-то другое кто-то нашел, то это, это неправильное понимание, неправильная интерпретация. Ничего больше нет. В принципе, ничего больше нет. И эти принципы Самбан Хапида и Праёджина, принцип деления знания на три аспекта, присутствуют всюду в различных видах знания, в материальном знании также. Да, допустим, кто-то занимается бизнесом или хочет заняться бизнесом, он должен понимать, что ему для этого нужно. Самбанха Гьян. То есть он должен посмотреть, что у него для этого есть, чего не хватает, вот, и хорошенько разобраться, что для этого нужно. Дальше он должен определить цели. То есть какие цели? Есть какая-то, понятно, цель стать очень богатым, там, не знаю, финансовая независимость, говорят, о таких вещах сейчас модно говорить. Разные цели могут быть в связи с финансами, с становлением, так сказать, человека. Вот, и потерял линию. А, пример, да, самбанха, самбанха, что? Цель какая? То есть человек может подумать, да вот цель ничего не делать, а деньги получать, Но ну, тогда его бизнес развалится или даже не сможет развиться. То есть целью, целью Прайоджины является должна потребность. То есть мы должны правильно идентифицировать потребности. И на основе это связано с самбанхой. Самбанха и проеджина связаны между очень тесно. Вот мы смотрим, что у нас есть. Ну, своего рода у нас тут вкрапление Бизнес-коучинга, за это мне никогда не заплатят, но это очень ценно, даже с этой точки зрения. Проезженной целью должна быть потребность, а не просто желание или прихоти. То есть что является потребностью? Вот мы начинаем какой-то бизнес, у нас есть что-то для этого. Потребностью является, может быть, является обретение еще чего-то необходимых, недостающих составляющих для начала бизнеса на каком-то этапе именно эта потребность, тогда и это должно быть целью. Когда это добавлено, это становится частью самбанхи и уже может быть использовано в обхидеи, в усилиях, в практике достижения какой-то цели. Таким образом, принцип Прайоджины, он динамичен. Динамичен, его, его вершиной является Кришна Према в случае, допустим, в случае бхакти-йоги, в случае преданного служения. Вот тогда как в, вот в нашем примере является доход, большой доход, стабильный большой доход. Будем так определим это так. И пока это, чтобы эта цель высшая была достигнута, нужно достигать каких-то промежуточных целей. И когда промежуточные цели достигаются, это становится частью самбанхи, это уже относится к самбанхи. То есть пока когда это не достигнуто, это проеджина промежуточная есть выше главное есть промежуточная. И вот пока это не достигнуто, это проеджина. Когда это достигнуто, это уже основа самбанха, Это то, что используется в практике в обхидеи. Вот таким образом все э, знания всегда представляет из себя вот эту тройственную систему самбанхи, и обхидеи и если почитать или послушать каких-нибудь умных материалистов, которые никогда не имели связь с ведами, они через ануману, через размышления, через сосредоточенность, через сосредоточенность постигают, что у... есть примеры, я не буду их приводить, чтобы не избивать, как бы не отвлекать нас, потом после занятия еще кто-то будет смотреть или читать это все. В общем, есть материалисты, которые приходят, пришли к этому пониманию тройственности любого знания, и они проводят свои занятия или выступления по этому принципу. То есть это не принцип абсолютный. <laughs> Нету четырех аспектов знания, или не бывает, что в каких-то случаях только два. Самбанха, и проведжена всегда. Вот это, в общем, на чем мы с вами концентрируемся, изучая ту или иную шастру. Понимаете, да? Самбанха, Пхидея, Прайоджина. Все три аспекта есть во всех шастрах, в особенности в Шримад Бхагатам в полной мере все три. Но каждая шастра концентрируется на каком-то одном, и нектар преданности, нектар наставления – это обхидея, Это практика, это что мы должны делать, то, чему мы должны следовать, что мы должны применить. Если мы это не применим, если мы этому себя не посвятим должным образом, то результата не будет никакой проеджины. А самбанха – это основа, это то, что формирует в нас убежденность, веру, это то, что помогает нам ориентироваться в жизни и выполнять абхидею. Без самбанхи мы не сможем абхидею выполнять, или она будет неполноценна. То есть Абхиде Самбанха помогает каждый момент, чуть ли в каждое мгновение своей жизни, все, все время понимать, что происходит и что надо делать. То есть мы всегда ценим людей, которые могут сориентироваться и найти выход из любой ситуации или дать ответ на любой вопрос, и так, который иногда задает нам жизни. И это все благодаря хорошему знанию Самбанхи или как тоже сейчас говорят своего рода сленг, но дает, дает понимание. То есть, когда чело, разум человека прокачен, самбанга гьяны, он понимает в каждый момент, что нужно делать. Он понимает, что происходит в каждый момент. Когда ему плохо, он понимает, что происходит и почему это происходит. Когда ему хорошо, он понимает, что происходит и почему это происходит. И знает, что нужно делать да, чтобы было еще лучше или чтобы перестало быть плохо. Да, когда у нас проходит анарха то мы иногда счастливы сознание Кришна, иногда не очень. Но человек, который утвердился в самбанхе, он никогда не оставит преданного служения самбанха Гьян. Хорошее всестороннее понимание Саммангагьян фактически является знаком равенства твердой веры и а, зафиксированного такого стабильного положения в сознании Кришны. Человек уже ничто не собьет. Это то, что даст нам Бхагавадгита, Гита. Это, и это, это минимум, что она может дать. Да. То есть есть вещи, которые в конечном итоге гораздо больше, чем это. А... Итак, это мы пока в общем говорим об образовании, об изучении шастра, о методах изучения шастра, о подходах различных. И закончим вот с этими терминами. Сам Банха, и Проезжина, все, что от вас требовалось сейчас, это просто понять идею, не нужно запоминать все слова, нужно внимательно слушать, чтобы понимать, о чем мы говорим. Мы должны с вами научиться говорить на одном языке, и вы должны научиться понимать язык священных писаний. Все, что пишется в книге, написано в книге Шилупрапада, это самбанхабхидея про Наверняка вы Догадывайтесь, что я лично могу взять текст любой книги Шилупрапады и показать, где Шилупрапада, где Самбанха, где Абхидея Прайоджана, допустим, взять тремя цветами и выделить, и выделить каждое разными цветами. Это я могу сделать легко и естественно, и это всего лишь академическая подготовленность, это не возвышенное какое-то состояние сознания Кришны, это любой из вас может и должен сделать, то есть когда читаете книги Шилупра что бы вы ни читали, иногда тренируйте себя. Не нужно, чтобы это мешало чтению и вашему вдохновению, но иногда тренируйте себя. Где самбанха, где апхидея, где прайоджина? Или о чем здесь? Это что, это самбанха или обхидея? И, и так далее. Просто нужно сейчас понять идею. Итак, Бхагавадгита, самбанха, гьян. И... Теперь перейдем к следующему, к следующей части нашего урока. Если хотите, можно сейчас задать вопросы по услышанному. Хари Кришна, вот один вопрос возник да, уже. Пожалуйста, задавайте. Вот сам бандха формируется все-таки больше за счет знания, то есть за счет изучения священных писаний, за счет там, общения с преданными, или больше м, она постигается с помощью бхакти, или и так, и так. Очень так. хороший вопрос, чтобы, если ответить быстро, вы правы, и так, и так. Да, очень хороший вопрос, он даёт, 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 открывает мне возможность как раз вот этот момент осветить, что uh, знание, сам Банхэген, философия является необходимым условием. Мы должны слушать из авторитетного источника, осмыслять это, размышлять над этим, понимать это. Это необходимые условия, но оно недостаточно. Да, то, что вы сейчас спросили, как раз дополняет всю вот эту картину о постижении трансцендентного знания. Необходимо заниматься служением, необходимо очистить сознание, потому что пока наш, наше сознание осквернено материальным, это, это является препятствием для постижения самбанха гьяны вот, поэтому эти процессы должны идти рука об руку. Мы должны слушать, и изучать, читать, общаться, получать знания. И мы должны действовать так, чтобы очиститься. Четудар по маржинам, Бхава вагни нирва панам. нам. дарпа на это первое, что нужно ожидать от повторения Святого Имени. И, и наряду со, с повторением Святого Имени есть другие виды практического преданного служения. Они необходимы для того, чтобы очиститься, чтобы мы смогли очиститься и очищение. И вот это благочестие духовное, которое мы зарабатываем в служении, оно позволяет нам развить вкус к этому знанию. То есть вопрос о понимании, такой напряженный вопрос о понимании, он встает в силу нашего осквернения. То есть нам, у нас может не быть вкуса, и мы вот просто грызем, так сказать, гранит трансцендентной науки. Но в результате общения с преданными и практики преданного служения развивается вкус, а это гораздо больше, чем способность понимать. То есть понимание уже включено туда, когда нам просто все нравится. Нам нравится каждое слово, каждая буква в книгах Шилупрупады, даже промежутки между буквами нам нравятся. Мы испытываем трансцендентное блаженство, читая книги про упады Это то, что есть в них, то, что заложено, и то, что можно получить через общение образование в вайшнавском обществе. Да, получи. Поэтому рука об руку, преданное слово, практика помогает нам утвердиться в самбанхагьяне мы не можем утвердиться просто через изучение, и мы не можем утвердиться только через практику. Потому что практика требуется как квалификация для практики, это самбан хагьян. То есть мы повторяем святое имя, и самбан хагьян помогает нам быть убежденными, что мы общаемся с Кришной, и это Кришна явил себя в форме святого имени. Я не могу не быть внимательным, это безумие, если я буду невнимательным. Я сейчас общаюсь с Кришной, и это безумие как бы позволяет, позволяет себе думать, когда же это закончится. Представляете, да, мы встречаемся с любимым человеком, с которым мы привязаны, и думаем, когда же уже закончится эта встреча. То есть это не непоследовательно, ненормально, промада, невнимательность. Но причиной невнимательности является недостаток самбанха гьян, недостаток знаний и убежденности, основанной на этом знании. Поэтому для практики нужна самбанха. А для того, чтобы утвердиться в самбанхе, и для, для, для того, чтобы понимать ее и почувствовать вкус к этому знанию, да, интерес к нему, нужна абхидея. Поэтому в для нас Абхидея – это метод утвердиться в самбанхе. Это то, что нам помогает просто понять и утвердиться. И потом уже с утвержденности Абхидея для нас – это то, что помогает прийти к и развить любовь к Богу. Это то, о чем Шалупрупада говорит в одном из комментариев, что сознание Кришны – это путь сознания Кришны одновременно прост и возвышенен. То есть он одновременно и простой, и возвышенный. И дальше он поясняет: он простой для тех, кто только встал на этот путь, и он возвышенный для тех, кто очень серьезно стремится развить личные отношения с Кришной. И таким образом Шилупрупада делит: простой просто, аспект простоты сознания Кришны это для начинающих. То есть служите, выполняйте несложные преданные служения, слушаете и так развиваетесь. Все просто. И мы как бы и вот здесь вот на этом этапе тут ставятся такие вопросы, что нужно понять вот, для того, чтобы понять, нужно очиститься. То есть мы пытаемся утвердиться через практику вначале, а когда мы уже утвердились, у нас не остается никаких других мыслей, кроме как развивать личные отношения с Кришной. Еще какие-то вопросы вот по этой теме, по этой части лекции можно задать сейчас? Можно задать потом. Если вопрос, еще раз напомню, если вопросы возникает в процессе чтения, размышления, вне лекции, вы помечаете, их можно будет тоже задавать. Я, может быть, буду делать приоритеты в ответах на вопросы, но, то есть иногда вопросы будут опережать темы, и в этом случае я просто запаркую, так сказать, вопрос на будущее, и все равно он будет отвечен. Вот иногда буду отвечать сразу. <решло> Хорошо, давайте дальше. Еще немного осталось нам с вами поговорить об образовании, об изучении до момента, когда мы уже действительно начнем изучать. Это вопрос очень важный, в нем не стоит лениться. Если мы знаем, даже на... О примере изучения материальной науки, или даже это не наука, а просто к навыкам относится. Вот мой опыт изучения английского языка я, я самостоятельно его изучал, и я могу с определенностью сказать, что понимание того, как изучать предмет, является даже не 50% успеха в изучении предмета, а гораздо больше, чем 50%. И люди, которые не понимают и не успешны вот в этом предмете, они не понимают, как учиться, как изучать. Они в результате и не достигают результатов изучения. Да? То есть если... Это касается всего, и в том числе и философии сознания Кришны. Вот это очень важно понимать, как, что из себя представляет шастры, как нужно их изучать, как учиться. То есть это важная тема. Итак, еще немножко об этом. Цели систематического изучения книг Шилупраупады – Ученые-вайшнавы в нашем движении, занимающиеся образованием, выделяют несколько целей изучения книг Шилл Браупада, изучения Шасара, в принципе. Иногда это 12 целей. Я постарался сократить до 7 целей, потому что это своего рода зайцы. Да? Говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И вот сейчас я вас нагружу, ваш 12 целей образования. И мы растеряемся, как все их цели эти достичь. Поэтому не пугайтесь от количества целей образования. Они достигаются, естественно, если мы подходим к образованию правильно. Да? Если мы понимаем, что постижение сознания Кришны происходит через смирение и служение. Смирение, служение и слушание эти все компоненты необходимы смирение, служение и слушание. Не только слушание и чтение, разумеется, но и смирение и служение. То есть мы зависим от милости Кришны и его чистых преданных в успехе на нашего понимания философии сознания Кришны, в успехе в прогрессе в сознании Кришны. Мы зависимы, и нужно действовать соответствующим образом, молиться соответствующим образом, думать соответствующим образом. То есть мы сильно зависим от практики, то есть мы не можем повторять невнимательно мантру и хорошо понимать философию. Ну или будем понимать, но это понимание будет всего лишь академическим, теоретическим. То есть оно не будет приносить плодов, которые может и должно. Итак, эти цели они достигаются естественным образом, поэтому не нужно относиться к ним как к зайцам, за которыми мы будем гнаться за всеми сразу и ни одного не поймаем. Нет, мы всех этих зайцев поймаем, если будем правильно учиться. Они все не сразу, но будут пойманы да, все, один за другим. Итак, эти цели. А, мы должны привыкать э, спрашивать, а откуда это, на чем это основано, из какой-то шастры. Эти семь целей – это то, что, в общем-то, более-менее очевидно можно собрать из книг Шелупропады, из культуры вообще, ведической культуры, вайшнавской культуры. То есть я не думаю, что вопрос о том, а где об этих целях говорится в шастерах или в книгах про он актуален и корректен будет в этом случае. Это наоборот. Эти семь целей являются результатом изучения книг Шилу -Правпады. То есть изучая книги Шилу Прупады внимательно и обучая других философий из книг Шилу можно выделить дюжину целей точно, который шилопрупада помогает нам достичь, то есть это уже как бы опыт, да, то есть это более-менее связано с опытом. Итак, это практические вещи, то есть не нужно беспокоиться, ничего противоречивого здесь никто не услышит, но в целом нужно задавать вопрос, а это откуда, на, на чем это основано, где об этом говорится вы сказали так-то и так-то. То есть вы, если это трудно поверить или, наоборот, слишком радостно в это поверить, нужно, нужно попросить подтверждение, чтобы уж точно убедиться, да, об этом говорят Ачарьи и Шасты. Это точно истина, я могу это принять. Итак, цели систематического изучения книг Шилбрупада. Первое. Ну, начинается с самых простых и самых очевидных. Это выучить и запомнить. То есть, эта цель связана с тем, что вы просто больше узнаете и больше будете помнить о фило... из философии, из науки, преданного служения, из шаста. Вот. То есть больше узнать, больше запомнить. Вот это цель. Для чего это? Ну, потому что потом это будет использовано. В практике это поможет. Да, может быть, не сразу, может быть, не время какому-то аспекту знания сработать прямо сейчас. Но мы должны разбираться в нем, и в нужный момент мы сможем им воспользоваться. То есть, первая и самая простая цель в чем мы хотим вам помочь в этом курсе, это побольше узнать, выучить и запомнить. И что конкретно? Основные понятия, вот как, допустим, самбан, хабхидей, про йоджина. Вот мы, у вас уже есть идея об этом. основные понятия, определения. Определение выучить. Вот мы с вами в Бхагавадгите точно выйдем из этого курса с очень ясными определениями. Что такое карма-йога, что такое гьяна-йога, что такое штанга йога йога как таковая, и что такое бхакти-йога мы выучим основные определения, будем учить определения, основные понятия, термины и некоторые шлоки. То есть нужно будет учить шлоки, запоминать шлоки. У вас в методичках или в пособиях да, есть список шлок, которые надо учить. Начинайте, начинайте учить. И по ходу изучения мы будем вам помогать, можете обращаться. С различными вопросами. То есть это должно быть одной из вашей целей – запомнить основные. Все не, все не запомнишь, и это не цель. Но основные понятия, основные термины, основные определения и какое-то количество шлок нужно выучить и запомнить. Ну и, в конце концов, запоминание – это не только такое, так сказать, явление, э, зависящее от усилий. Это также естественное следствие. Если вы интересуетесь какой-то наукой, читаете, слушаете, вы все никогда не запомните, все книги, все эти тома, которые вы прочитали, но помнить вы будете очень много, очень много, даже если не будете прикладывать усилий. Она гораздо больше, чем те, кто не читает и не изучает э, книг Шелбрупада и не пользуется помощью преподавателя. Для многих эта помощь нужна, для кого-то может быть нет, но для кого для многих нужна. Не будет лишней. Итак, не бойтесь, вы точно узнаете, будете знать больше, будете помнить больше, выучите больше гораздо, чем сейчас. Вторая цель ⁇ достижение качественного и глубокого понимания Бхактишаса обратить внимание, что это уже немножко более глубокая цель. То есть нужно не только запомнить, нужно реально понимать это. Нужно понимать это. То есть нужно понимать это настолько ясно, что вы должны быть способны представить это знание другим, объяснить, так сказать, на пальцах разложить, так, чтобы другие тоже поняли. То есть понимание обычно вот так и проверяется. Если вы можете это объяснить, и это будет понятно и доходчиво, значит, вы понимаете. Вот. И это тоже академическая часть, есть корми, которые могут философию вайшнавизма изучить, понять и изложить потом в свою очередь так, что это будет достаточно ясно. То есть я иногда натыкаюсь на некоторые статьи в Википедии, которые касающиеся философии сознания Кришны, философии вайшнавизма. Различных доктрин, различных сампродай, ну много чего есть. В Википедии написанное учеными-академиками, которые не являются преданными, не имеют веры и не практикуют сознание Кришны. И, конечно, очень много мусора, очень много осквернений атеист, атеизма бывает, но вот то, что я сейчас хочу сказать: что э, зачастую это представлено очень ясно, очень хорошо, очень, очень четко. Да, правильно представлено. Я к тому, что понимание – это тоже все еще академическая составляющая в образовании, но она необходима. То есть мы не, нам необходимо знать шастры, помнить определения, выучить шлоки, вот. но нам также надо понимать все это. То есть мы должны объяснить, уметь объяснить это. Обе, умение объяснить – это проверка нашего понимания. Если мы понимаем, мы сможем объяснить. Поэтому важно общаться с преданными, обсуждать философию сознания Кришны. Там мы неизбежно делимся своим пониманием и слушаем а, уже переваренное хорошее понимание других. А, а, следующая цель, а, она, естественно, как бы разворачивается из предыдущих двух. Это научиться применять это знание Бхактишаста в своей жизни. То есть понимание означает, вы понимаете, как это, в общем-то, можно использовать и как это применить. И, то есть, это как это аспект понимания, умение применять, умение применять на практике. шелпропада слово вигьяна, вигьяна, иногда определяет часто в своих книгах и комментариях, он определяет, как умение применять знания шастра на практике. То есть гьяна – это знание шастра, это первая и вторая цели. А вигьяна – это умение применять их на практике. То есть вы можете понять, как это применять, но нужно действительно применять это и получать опыт. И именно этот опыт, именно опыт – реальный жизненный опыт, опыт преданного служения позволяет вот эту цель, третью цель реализовать, применение бхакти шаста этого знания в своей жизни. То есть результатом изучения должно быть то, что то, чему мы учимся здесь, то, что мы узнаем, понимание различных аспектов философии, которые мы развиваем, мы это применяем в жизни. Это входит в вашу жизнь. То есть вот это очень важно. Следующая цель, четвертая. Улучшить свои способности проповедовать сознание Кришны на основе полученных знаний и понимания Бхакти Шастр. К Бхакти Шастрам относятся вот те книги, которые мы изучаем. Шастры, описывающие Бхакти раскрывающий науку Бхакти. Итак, улучшить свои способности проповедовать сознание Кришны на основе полученных знаний и понимания Бхакти Шаса. То есть то, что мы с вами здесь получаем, изучая, запоминая, понимая, потом практикуя это, размышляя над этим, должно помочь нам проповедовать. То есть это все нужно использовать в проповеди. То есть мы можем, допустим, это, ладно, это немножко вперед, это следующее. Мы получим то, что мы изучим здесь, будет содержать в себе аргументы, будет содержать в себе аргументы и доводы в пользу сознания Кришны, в пользу Вед, в пользу различных тем которая обсуждается в ведической литературе, одна из которых атмагиан, природа души или природа сознания на современном научном языке. Если выразить, мы знаем об этом, мы, мы разбираемся в этом, мы практикуем это. У нас есть логика, у нас есть примеры. Это пример, это аналогия. Кришна лично, верховная личность Бога приводит аналогию, чтобы помочь нам прочувствовать, что мы не это тело, и мы можем это использовать в проповеди. Почему это должно лежать мертвым грузом? Мы должны это использовать. Мы должны не бояться, не бояться смело проповедовать это знание. Люди, которые разумны, которые созрели для этого, примут это. Да. Глупцы, негодяи не примут. Нам нечего бояться. Узнаем, кто глупец. Ну, нужно достойно представлять науку сознания Кришны. То есть это должно быть логично. Да, то есть логика это не инструмент, с помощью которого можно что-то там доказать. Это инструмент но это инструмент. Презентация это язык нашего ума и интеллекта. То есть человек, который нелогичен, в принципе, приравнивается к животному. Это уровень, уровень животного. То есть, это то, чем человеческое существо отличается от животного. То есть важна логика, важна, важны хорошие аргументы, важна взвешенность, важна последовательность, важен, важна чуткость. К уровню человека, к его способности воспринимать, то есть мы не должны представлять создание Кришны как юродивые Кришна, Кришна верховная личность Бога, и не, а с чего я должен это принять? Если не примешь, пойдешь в ад. Ну и так далее. Я, может быть, сильно упрощаю, но суть в том, что если мы не очень хорошо знаем шастры, то наша проповедь будет фанатичной или своего рода юродивой, такой неинтеллектуальный странный неэтичный и так далее то есть мы должны достичь определенной гармонии в, в понимании того как представлять это знание другим опираясь на их уровень но при этом не искажая вообще ничего и не добавляя к этому как делал это Шилупрупада то есть улучшить свои способности проповедовать сознание Кришны. Ну, пока очевидно, я надеюсь, вот очевидно, что это все основано на книгах Шилбрупада, на шастрах, все эти цели. Ну, да, говорил, если вы будете читать по главе в день Бхагавадгита, у вас всегда будет что сказать, вы сможете проповедовать. Глава в день <глава> – <в день> это не так много с комментариями Пропада в действительности. Это вполне реально и желательно даже не нужно брезговать, так сказать, повторным перечтением Шаста. Я упоминаю, когда даю лекции по Бхагавадгите, не с целью как-то себя прославить, но я читал Бхагавадгиту и читаю ее после того, как я уже преподавал несколько курсов, и а, я не знаю, сколько я раз прочитал Бхагавадгиту, в какой-то момент я просто не, уже не смог, не мог считать, примерно 200 раз, и я не считаю, что я очень хорошо знаю Богородгиту, и каждый раз я нахожу все новое и новое, и это, это как океан, который нельзя объять или перепрыгнуть, перешагнуть, переплыть или поместить как-то в себя, налить себе в какую-то фляжку, да? наша голова подобна этой фляжке. Это океан, на берегу которого мы должны найти прибежище и вновь и вновь, вновь и вновь омываться в этом океане нектара знания, которое исходит непосредственно из уст Верховной Личности Бога Кришны, знания Бхагавадгиты. Нужно читать и читать, и читать, и читать. Это и есть жизнь в сознании Кришны. Не нужно ждать чего-то другого, кроме просто вкуса к, к этому знанию. То есть просто вкус и постоянно удовлетворяемый вкус – вкус к чтению и слушанию, и этот вкус должен постоянно удовлетворяться чтением и слушанием. Именно так мы приходим к Кришне. Мы постигаем абсолютную истину именно так. Это лучше любого другого метода. Но об этом в «Нектаре предностей подробнее. А, нужно, мы должны стать проповедниками, мы должны уметь с верой и с убежденностью, с хорошими аргументами представить философию сознания Кришны. Для этого нам надо знать шлоки, мы должны знать свои писания. Иногда будут вызовы в проповеди, когда человек сможет процитировать нам писание, но, да, но будет давать интерпретацию свою неправильную, не в духе парампоры и так далее. А, следующая цель понять и оценить уникальные настроения и миссию Шилы Это тоже очень важно. Это важная цель, где об этом в шастрах. Но в шастрах говорится много о гуру бхакти, о преданности к гуру. Тот, если я пара я гуру, Тем великим душам, которые имеют полную веру в гуру и Верховную Личность Бога. одинаковую веру как в Гуру, так и в Верховную Личность Бога. В свой, в, таким великим личностям все тайны ведического знания раскрываются. То есть они могут, смогут увидеть цель всего ведического знания. Кришну лицом к лицу в конечном итоге. Ясьядаве, Парабхактир, Тадхадаве, Ядха Гуру. Как в Бога, так и верху, так и в Гуру. И понять и оценить уникальные настроения и миссии Шилупрупады – это абсолютно необходимо для того, чтобы пробудить вот эту преданность Шилупрупаде. Преданность – это путь к совершенству, преданность и привязанность к духовному учителю. Шилопропада является личностью, у которой можно найти полное прибежище, личностью… Сус которого никогда не исходит ничего, что не является абсолютной, абсолютной истиной. Да, то есть а, а, Шилапрапада чистый преданный Кришны и обладающий полнотой знания и реализации, находящийся на платформе Кришна Прямо Бхакти. А, он тот, кто знает Кришну, знает все. То есть мы должны суметь понять и оценить его уникальное настроение и миссию. Его миссия – это проповедь сознания Кришны. И в связи с этим Шилапрапада несет в себе особое настроение. Это, можно сказать, это настроение всей нашей Гуру Парампара. Изначально это настроение Читани Махапрабу. Какое настроение Читани Махапрабу? Кришна приходит в Кали-Югу как Читани Махапрабу и является на мамаха и самым милостивым воплощением Верховной Личности Бога. Почему? Потому что он хочет раздать любовь Богу, Кришна прямо всем, без разбора. Он очень сильно хочет дать, это его цель, это, это цель его жизни, цель жизни Верховной Личности Бога в этом воплощении, читания Махапрабу, раздать, распространить сознание Кришны. Он хочет, чтобы сознание Кришны приняли все, как можно больше живых существ. Он хочет освободить всех. И это передается по парамбаре. Да, вот это настроение, настроение. Настроение и миссия это, – это одно целое. Просто в, в, в основе, в фундаменте миссии соз, движения сознания Кришны лежит настроение Шичтани Махапрабу, которое… и Нитянанды Прабу, да, которые распространяют сознание Кришны. Нитянанда Прабу, он изначальный гуру, изначальный проповедник, еще более милостивый, чем Шичтани Махапрабу в лилах, хотя источником этой милости и является, в конечном итоге, Шичтани Махапрабу, просто она иногда скрыта, но всегда проявлена в Нитянанде Прабу. Так как в случае с Джагаем Мадхаем, Господь Читание готов был убить, но Нитянанда Прабу хотел пролить на них милость и сделать их преданными но в действительности Шичтани Махапрабу источник этого настроения, этого абсолютного сострадания, этого абсолютной аударии. Аудария означает щедрость. Шила это очень-очень-очень заметно в Шиле в его, в его стиле, в его стиле, в его манерах, проповедовать и говорить о сознании Кришны. Это очень важно. Сознание Кришны очень важно. У нас много книг. Мы написали их для того, чтобы разумные люди поняли их, оценили важность сознания Кришны. То есть это определенная вибрация, призыв быстро, быстро безотлагательно принять сознание Кришны. Шилапрапада как будто бы исходит из того, что любой может принять сознание Кришны прямо вот здесь и сейчас. Но при этом очень гармонично, очень терпеливо, очень сбалансированно представляет сознание Кришны, ведет беседу так, что люди, даже не желающие принять сознание Кришны, испытывают почтение к Шиле Прабхупаде, хотя у него всегда часто был напор и категоричность, можно сказать, да, бескомпромиссность, категоричность. То есть он не говорил языком современных ученых, что Кришна считается верховным божеством в ведической литературе да, и так далее. Нет, он говорил с позиции отношений с Кришной, своих личных и каждого живого существа. Кришна является верховной личностью Бога. Мы являемся его вечными слугами, его неотъемлемыми частицами. В этом наше предназначение – служить с Кришной. С Кришной можно общаться, с Кришной можно разговаривать, с Кришной Кришну можно видеть лицом к лицу. Этому всему можно научиться, этого всего можно достичь через преданное служение. Весь материальный мир гниет. Все материальное общество прогнило, да, погрязло в чувственных наслаждениях, в атеизме, в греховной деятельности. Цивилизация зашла в тупик. Сознание Кришны является выходом. М -м, может быть. Ну, Что-то сложно поверить, что сознание Кришны, вот эти вот люди с цимбалами и барабанами. Нет. Лапропада не, не, не заботился о том, как они почувствуют, он был убежден и убежден, убежденно представлял сознание Кришны. Это, мы будем видеть это в комментариях Шилупрупады. И в особенности вот в этом предисловии и во второй половине введения это настроение Шилупрупады будет проявляться. Вот это настроение, настроение миссии. Его mm -hmm. миссия – это проповедь сознания Кришны, распространение сознания Кришны но важно понять, с каким настроением он это делает. Важно понять, что и быть такими же. Я помню на периоде хамаи наверное, а может быть это было что-то хорошее. <laughs> первые годы сознания Кришны я чувствовал себя очень плохо, если я не говорил каждому о Кришне. То есть я давал Какие-то памфлеты сознание Кришны, где было написано мантра, Харе Кришна мантра, кассиру в метро. Я, я проповедовал кассиру в метро, людям в очереди в метро, людям, которые ехали в метро. То есть, если я за -за -за замолкал, я считал, что я погрузился в невежество. Да? То есть, если я на людях, я должен кому-то проповедовать самый лучший способ, самый легкий способ, на самом деле, это давать книги Шилбрупада, и давая книги Шилбрупада, мы получаем повод говорить о Кришне также. Но важно, чтобы человек получил книгу, и важно вдохновить его читать эту книгу. Все, что мы говорим, можно, может послужить как таким крючком, так сказать, может зацепить как-то человека, его интерес, это может сработать, но самое главное – привести человека к книгам Шилу Бруппада и вдохновить его читать эти книги. А, настроение и миссия — это очень важно. И, и тут очень много можно сказать. То есть, она, с чего начинает Шилопрупада, о чем он обычно, на какие темы он говорит с начинающими людьми, а какие лекции он дает преданным, и даже давая лекции преданным, он повторяет какие-то вещи очень часто на какую бы тему, на какую бы песню Бхагаватам он не давал. То есть, нужно быть внимательным, нужно увидеть нужно нужно поймать это настроение увидеть этот стиль манеры перенять аргументы перенять тактику проповеди Шилу упады это э, и лучшее что мы можем сделать для распространения сознания Кришны научиться проповедовать следующие или и заразившись не, не не только следуя букве нужно заразиться духом нужно заразиться этим настроением это пятая цель изучения книг Шилы Праупады. Шестая цель: достижение этической и академической целостности. Что это означает? Ну, это э, означает, что мы должны через изучение и, и философии сознания Кришны и через практику сознания Кришны уменьшать, так, уменьшать промежуток или иногда пропасть между тем, что мы знаем и тем, как мы следуем, и что мы из себя представляем. То есть есть понимание, это, есть то, что мы знаем, то, что мы поняли да, из философии сознания Кришны. А есть практика, то, что мы практикуем в реальной жизни. И есть качество реальное, которое мы проявляем. И э, тут что греха таить, и в моем случае, может быть, это особенно было или бывает заметно. Прошлое очень плохое у нас, да, рождение, воспитание. У многих из нас чуть хуже, чуть лучше, но в целом так себе у всех. Мы, мы исповедуем, так сказать, возвышенную философию сознания Кришны, подразумевающую любовь к Богу и любовь ко всем живым существам, сострадание к ним, да. Но мы не всегда ведем себя таким образом, да, мы не всегда, то есть нам не, не, не просто соответствовать стандарту, и талону вайшнавского поведения, того, что ожидается от вайшнава, и мы должны, и вот это и есть нецелостность. То есть мы знаем и понимаем одно, а в реальности из себя представляем другое. И целью изучения является устранение вот этой пропасти между пониманием практикой и личными качествами. То есть мы должны понимать и практиковать и проявлять качество, вести себя во всех отношениях, во всех ситуациях, как ожидается от преданного. Не знаю, получится ли у меня после этой лекции так себя вести, но пользуясь случаем, прошу прощения, если кто-то видел, что я вел себя не так. Я веду себя не так, это про... не буду лукавить. Но нам надо с этим что-то делать, и практика воспевания святого имени и изучение философии, изложенной в книгах Шилопрупады, это, это тот спасательный круг, за который я лично пытаюсь цепляться и на который я очень надеюсь, что когда-нибудь я стану хорошим преданным. А По-другому мы не сможем по другому вот этот так сказать запах запахи греха так и будут эманировать от нас прошлых грехов прошлых привычек мы должны все это устранить и стать полноценным представителем шилупрупады настоящим джентльменом я сейчас не проповедую с позиции своего личного примера к сожалению просто теория но вдруг вы окажетесь разумнее Искренне, чем я. Иногда на это надо делать ставки в проповеди. Академическая и этическая целостность. И уж извините, здесь надо было дисклеймеры вставить. Неудобно говорить о том, а... чему ты не соответствуешь на практике. Но я стараюсь честное слово. А... Шестая цель достижение этической и академической целостности. Мы должны быть доброжелательны к людям, мы должны стараться помочь, мы должны понимать других, мы должны понимать уровень других. Но дать мы должны пытаться только сознание Кришны. И последняя цель, ну, последняя из тех, которые я вам решил изложить, их можно выявить больше. Это непосредственно цель из Шаства. Есть такой термин ⁇ Шаства Чакшу ⁇ Шастава Чакшу. Это достижение видения через призму знаний священных писаний, когда наше мировоззрение полностью опирается на знания из ш... шастр. Мы видим мир через призму этого знания. Это становится частью нас. Это высшая цель изучения шастра, достижение шастра чакшу. И мы пока, чтобы этой цель достичь, мы должны тренироваться, с, тренироваться в суждениях э, современных э, явлений и событий в экономике, в социальной жизни, общества, в политике. Э, везде, то есть в внутреннем мире, психологии человека, в разных аспектах жизни и деятельности человека. Все-все мы должны уметь все видеть через призму знаний, священных писаний. Мы должны уметь давать ответы на решение любым проблемам современным и в политике, и в экономике, опираясь на знания священных писаний. То есть Шастра Чакшу – это должно стать нашим видением нашими чувствами, нашим настроением, то, что мы получаем по цепи ученической преемственности, сначала выглядит как теория, это все должно стать частью нас. И это все происходит через процесс слушания, осмысления, постоянного пометования над отсмысленным, да, и постепенно это превращается в наше мировоззрение. Это цели изучения книг Шилопрупады, Здесь я остановлюсь. Мы не начали с вами предисловие. Хорошо. Можно сейчас задать вопросы? Да, пожалуйста, Матаджи, вижу. Раджи Рани, Матаджи, да. Кришна, да. Баларам, Чари, Прабу, поклон Смиренный, Примите, Преданный. Вот сказали, что нужно читать в день по главе Пагавадгиты. Чирилл Прохпад об этом говорил. Я слышала как-то вашу лекцию, тоже вы говорили, что даже если вы 400 раз прочитали Пагавадгиту, ее все равно нужно продолжать читать. И вопрос в том, как приоритет все-таки нужно делать на Пагавадгиту, а не на Шримад Бхагаватам, на Читань Чаритамриту. Потому <связать> что Шримад Бхагаватам, что прочитать тоже нужно много времени, год. Ну, 9 месяцев, да, у кого уходит. Читань Чаритамрита тоже большое произведение. Как нам разобраться? Спасибо большое, Кришна. Приоритеты могут меняться по ходу жизни. То есть на каком-то этапе приоритетом может быть Бхагаватам, на каком-то этапе приоритетом будет являться читание Чиритамрита. И если соотнести это с уровнями, с последовательностью прогресса сознания Кришны, то вначале приоритетом должна быть Бхагавадгита – и другие вот эти книги основные в бхакти-шастрах, «Нектар преданности, «Нектар наставлений», «Шри Шипанишат», это тоже сам Банхо Гьян, похожий, филос... похожий стиль, «Бхагавадгита» и «Шри Шипанишат» в одном духе, в одном стиле. Сначала вот в как... надо изучить эти шастры, ну, естественно, нужно как-то свое время организовать, и можно поддерживать приоритет на этом какое-то время. Я знаю одного преданного, который очень долго не читал, не читал Шримад Бхагаватам и Читание Шритамарита, потому что не мог оторваться от Бхагавадгиты, но потом понял, что все-таки когда-то надо. Шримад Бхагаватам в конечном итоге это главное для нас шассора. И мы даже Бхагавадгиту изучаем для того, чтобы просто стать квалифицированными, войти в изучение Шримад Бхагаватам, потому что знание Бхагавадгита является предпосылкой для того, чтобы погрузиться в Бхагаватам. Вот, то есть, конечно, то да, и как Бхагат, знание Бхагават должно быть усвоено качественно, поэтому можно приоритет делать сначала на нем. Но, с другой стороны, мы не должны себя лишать вот этого нектара, Шримад Бхагаватам. И Шримад Бхагаватам должен присутствовать всегда с самого начала нашей духовной жизни. Если мы готовы практиковать создание Кришны, то знайте. Бхагаватам является частью этой практики. Мы должны его читать и слушать регулярно, ежедневно. Но вот, допустим, я сейчас в данный момент, вот прямо сейчас, вот в эти дни, и на ближайшие дни и недели, скорее всего, так и будет, у меня сейчас приоритет бактера Самрата Синху и Бхакти Сандарба с вами. Но я читаю Бхагаватам тоже. Но не столько, сколько если бы я был свободен если я буду свободен от этого курса, допустим, то я буду читать больше Шримад Бхагаватам. Но сейчас я читаю Шримад Бхагаватам ум, ум, мало, уменьшил это. И имея дело с нектаром преданностью, с непосредственно текстом Бхакти Самрати Синху с комментариями Ачарьев и Бхакти Сандарпы, которые расширяют тему Садана Бхакти из нектара преданности. То есть Бхакти Сандарба вот такая вот книга, толщину показываю. Это, это сада на Бакте Это Джива Гасвами расширяет тему сада на Бакте очень детально, очень подробно. Вот тогда как в сама Расамарцинка это несколько страниц и в нектаре преданности. Но это не так, что я буду вас напрягать и все это рассказывать. Просто для того, чтобы преподавать, знать нужно больше, чем мы преподаем. Если мы преподаем ровно столько, сколько мы знаем, но ну, это менее качественная, скажем так, менее качественная подача. Но это просто я привожу примеры: что приоритеты могут меняться от случая к случаю, по ну по ходу нашей жизни. там это практика, мы должны его читать, но иногда изучив вот эти бхактишастры, мы должны будем на каком-то этапе своей жизни очень сильно сосредоточиться на Шримад Бхагаватам. И к Шримад Бхагаватам уже в помощь идут Сандархи с вами. Они помогают понять Шримад Бхагаватам. И можно в той или иной степени это изучать или слушать семинары преданных, которые дают по ним. Ну, то есть Изучение можно поделить на этапы на, в, нашей, в нашей жизни. Вот, то есть это не так, что мы не можем сразу в один момент времени охватить все. Поэтому ничего страшного, если мы сейчас не сможем читать по главе в день. Главное, чтобы был этот процесс равным слушание и чтения. То есть главное, сколько времени вы проводите. Мне иногда хочется читать маленькие книги Шилопропады, составленные на лекциях Шиллопропада. То есть мне нравится читать скрипт лекций Шилопропада. Я чувствую это, как, как заряд, как, ну, то есть очень сильно пробуждает очень сильно заряд, импульс какой-то, очень сильный импульс, очень сильный поток. И моему разуму это нужно, когда особенно я чувствую себя ну, тяжел, тяжелым, достаточно тяжелым чувствую свой разум тугим. Да, и когда какое-то место в Шримад Бхагаватам, которое тяжело идет, то я переключаюсь на маленькие книги Шрила они, дают, они как бы быстро дают вкус, это такие капсулы со вкусом. Маленькие книги Шрила это совершенно вопросы, совершенно ответы, беседы, беседы, наука, самосознание, жизнь происходит из жизни, и по лекциям Шрила Пропада, совершенство йоги, что там, какие еще есть книги. Путь к совершенству, Трансцендентное учение Прохлада Махараджа, и Царь Знания и так далее. И ничего, глава в день не прочитывается. Я не читаю главу в день давно уже, но в свое время читал в первые годы. Но всегда читаю и есть свой план какой-то. Поэтому мое предложение, если так упросить ответ, сосредоточьтесь, сосредоточьтесь, на несколько лет вот на этих книгах, но всегда читайте Шримад Багу там ежедневно, что бы ни происходило в жизни. Это как повторение мантры. Но сосред... сколько-то. Но сосредоточиться нужно вот на этих книгах. И тоже, может быть, вас разочарует, но я вам хочу сказать, что настоящее изучение вот этих шастров, Бхагавадгиты, в частности, нектар преданности и других, начинается, когда вы подходите к этому изучению второй раз после курса бхакти-шастра, второй, третий. То есть, если бы если бы. Было бы достаточно. Я бы, наверное, не стал тратить время, преподавая бхактишастра уже какой-то раз. Я не помню, какой раз я преподаю это. Каждый раз я это все перечитываю с комментариями Ачарьев. И мне нравится это. Я хочу просто ну, жить так. Это... Как... Не нужно спешить мотать страницы. Нужно научиться наслаждаться вот этим настоящим моментом. Вы читаете книги про упады, вы размышляете над ними, вы обсуждаете их, вы проводите достаточно времени над этим. Вот этим надо быть счастливым. Вот это и есть, это и есть цель. Ну и отрегулировать можно вот следующим образом, как я сказал. Хорошо. А, еще вопрос, да? Да, матаджа. Да. Еще. Спасибо большое за ответ. Хотела бы спросить, вот мы должны следовать в принципе наставлениям Господа читания, Яридеха, Каритаха, Кришна Падеш, да? А вы не могли бы тогда прокомментировать первую цель искон? систематически распространять духовное знание в массах, это имеется, что в виду под духовным знанием? Потому что сейчас тоже многое, что ходит под этим ярлыком, или как-то сказать, спасибо. Угу. Ну, духовное знание это знание, которое... Ну, дух... Давайте на, так сказать, на таком простом воспринимаемом уровне определим. Духовное знание это у панишады. Виданта Сутра, Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам». И далее наши смотрите, шастры в нашей сампрадае это читание Черетамрита, Упады Шамрита, Бхактира Самрита Синху. То есть с точки зрения литературы, названий, заголовков, так сказать, книг, то вот, вот это духовное знание, вот что там содержится, то, то и надо распространять, ничего другого распространять не надо. Знание. имеется в виду, что слово Кришна надо говорить, да? Имя Кришна. Да, нужно говорить. Попада. Безусловно, У -у -у. я я расскажу одну одну историю, один сюжет, точнее из жизни. Была какая-то экспозиция, какая-то выставка, на которой участвовали преданные на ВДНХ, по-моему, это было. Вот. и грехаски преданные, присматривали за этим, организовали все это. Там какие-то и товары, и книги тоже подходили люди, и там были Брамачари в шафране. И Брамачари очень энтузиастично людям проповедовали. И грехаски, которые там были, они на день обратились к руководству. Ашрам и сказали, а можно, вот не только они вчера были, а можно, чтобы они были каждый день? Вот, там просто им надо быть. Они, вот, и главной характеристикой и проповеди про этих, вот тот преданный, я знаю этого преданного, он сказал, они удивительным образом говорят о Кришне прямо людям так, что это интересно. Вот, вот. И, то есть я не могу так сказать, я не могу вообще открыть рот, чтобы просто на эти темы говорить, не то чтобы говорить так, чтобы это было интересно. То есть э, вкус, убежденность, э, они всегда включают в себя и хорошую аргументацию, и умение быть интересным собеседником, и все это нужно. Но вкус и убежденность, они являются жизнью э, в проповеди и в беседах на эти темы. Вот, и это действует на людей, это, это хорошо звучит. Да? То есть я помню как-то на Санкиртане человек пока листал Шримад первую песню. Я не, не помню всего сюжета, что именно было, но я сказал, я ему что-то говорил параллельно под руку. Пока он смотрел Шримад Бхагаватам, я ему проповедовал я прямые вещи говорил о душе, о вечности, о вечной природе души, о бахте, о повторении мантры, о ведическом знании, о его авторитетности. Вот. И в какой-то момент я сказал о Кришне, что Кришна является верховной личностью Бога, тем самым Богом изначальным и высшим. Человек поднял голос, сказал «Я знаю» дальше опустил голову и продолжил листать Шримад Бхагаватам. То есть есть демоничные, завистливые люди, там ничто не сработает. Есть люди благочестивые, если вы хорошо с ними общаетесь, если вы звучите не как юродивые, а у вас есть аргументы, какие-то хорошие обоснования. Можно учиться этому у Шилопрупада. Если мы будем копировать Шилопрупаду со вкусом, это будет работать если будем копировать его так сказать, по памяти, но без вкуса, без убежденности, это не будет работать, Хоть не будет, все равно будет, но... все равно будет, но не так эффективно. Поэтому да, мы должны говорить Кришна. И, в общем-то многие преданные ученики Шилапрупады, от которых я имел удачу слышать. О Кришне, о Правопаде. Считают, что если человек говорит вместо Кришна Бог в лекции, что Он отклоняется, Он, он падает, они рассматривают это падением своего рода. Или свидетельством недостатка убежденности, или, не, или посторонних мотивов произвести впечатление, не обеспокоив кого-то какими-то другими темами, более материальными. Общий принцип в том, что надо проповедовать нужно прямо, проповедовать нужно именно то, что содержится в книгах про упады, но квалификация для эффективной проповеди прямо через именно вот этим знанием, передавая его, как оно есть. Квалификация является мадья мадьякари, человек, который убежден, утвержден, у которого развит вкус, то есть который может различать между разными категориями людей. О, то есть квалификация является мадьяма декари, зрелость определенная. Конечно, декари он может поймать эту идею, прямо проповедовать. Да, это хорошо. Но он может наломать дров, он может обижать людей, оскорблять людей. Он может быть, он может звуть. Быть... Прошу прощения, я сейчас должен на секунду отойти. На секунду. Прошу прощения. То есть нужно комплексно все это понимать, квалификацию для проповеди, передавать, как оно есть, проповедовать о Кришне, о Бхакти, о Душе, как это делал Праупада, на основе книг Праупада. Да, мы должны это делать, но... Нужна внутренняя квалификация та же. То есть чем ближе мы э, к уровню Мадья Мадикари, чем больше у нас качеств Мадья Мадикари, э, одно из которых – это хорошее знание священных писаний и убеж... хорошая убежденность, основанная на этом знании, и хороший вкус уже, э, который человек черпает из практики. Вот это все нужно для проповеди. Ничего другого мы не должны проповедовать. Обычно что-то другое, оно рождается из недостатка убежденности, из недостатка вкуса, как один преданный скинул мне видео одного из преданных искон, который проповедует вещи, не имеющие вообще никакого отношения, покасательной даже к сознанию Кришны, к посланию Шилабрупады, то есть как абсолютно мирские вещи, очень неудачные иногда сформулированные. Ну, я из... прошу прощения, конечно, но это просто мое личное убеждение. Если человек говорит о чем-то другом, значит у него нет вкуса. У него нет веры, у него не… Ну, есть, конечно, что-то у всех преданных, но вера, вера и вкус Кришны Кадхе к философии недостаточен. Иначе зачем? Если для того, чтобы принести благо другим, не надо ни о чем другом говорить. Именно говоря о Кришне мы приносим благо. Но мы не волшебники. Даже Шилопрупада не был волшебником, который мог любого заставить или побудить принять сознание Кришны. Не любого. Кто-то принял, а многие не приняли тоже. О, то есть, чтобы принести благо, нужно отдавать это знание. И даже если человек его не примет, по крайней мере, он его услышит и соприкоснется с вами, и с вашей убежденностью, с вашим вкусом. Это благо для него. Но если вы будете ему рассказывать с, с умным видом, с таким искушенным видом о каких-то мерзких вещах, как бы предполагая, что вы духовный человек, и благодаря вашей духовности вы лучше знаете матери... материю, чем материалисты, и вы можете научить быть материалистом, лучше, чем другие материалисты могут научить быть материалистом. Это очень все запутано. Это, это, не, это не целостность, о чем мы говорили, академическая, этическая нецелостность. Преданный, у которого все в порядке с духовной жизнью, никогда не станет, у, никогда не станет проповедовать что-то другое и не будет пытаться быть умнейшие у Прабхупады, да, вводя какие-то трюки новые. Да. Ну, Ладно. Была еще рука, но она исчезла. И не только рука. А Слушай, Ринда, пробуй, наверное, уже. Там вышел. вопрос написал. А, вот вижу, да, спасибо. Может ли помочь нам в изучении в рамках данного курса или и вообще произведение Гитамрита? Гитамрита, я думаю, что под, под этим названием имеется в виду книга, написанная Пурначандра и Госвами, в то время еще Пурначандра и Прабу. Эта книга составлена на основе комментариев Вишванадхи и она может помочь, потому что это, в общем-то, основа, это комментарии нашего Ачарьи. они Раскрывают невербальный диалог между Кришной и Арджуной. Ну, то есть, когда люди говорят что-то, но они имеют в виду больше, чем они произносят. Да, то есть есть определенные предпосылки у вопроса. То есть, и, и Вишана Чагатакур это все вскрывает вот этой беседе между Кришной и Арджуной. Ну, то есть, это не, не, такой небольшой контакт, там не полностью комментарии, это небольшой такой контакт с комментариями. Вишванаса это Титакура, плохого в этом ничего нету, это может как-то помочь. Если нужно еще что-то в помощь к изучению Бхагавадгиты, то комментарии Шилпрупады лучше всего помогают изучать Бхагавадгиту. Если есть время, можно обращаться к комментариям других наших Ачарьев. Вот. И, конечно, лекции по Багаудгите разных преданных могут помогать из всех преданных, которые дают лекции по Багаудгите известных преданных, я бы рекомендовал Буриджану Прабу, его обзор по Бхагавадгите. Он основан также на комментариях всех трех, всех, всех Это обзор достаточно такой короткий, по часу на главу, но очень слаженный, очень ровный, очень хороший. Только по существу, только по Бхагавадгите. Очень хороший обзор. Также есть книга Surrender Unto Me, Предайся мне, которая по какому-то недоразумению в русском варианте называется «Самое сокровенное знание». Это тоже Буриджану Прабу принадлежит. В общем-то, хорошая книга. Я не знаю и не думаю, почему она называется «Самое совершенное знание», а не «Предайся мне». Вот. У Буриджана Прабу она называется «Предайся мне». Это Я не знаю, зачем. Нам, надо, нам всем с вами надо как можно быстрее перестать быть русскими. Мы не русские, не немцы, не индийцы. Мы должны стать вайшнавами, преданными слугами, последователями наших ачарьев, учиться их языку, их манерам, зачем нам изображать что-то. Это похоже на название, как, дают, как, дают, как делают переводы названием фильмов с английского на русский и обратно. Но книга может быть полезно также там есть связка из Махабараты. Приятно об этом знать тоже. Ну, сейчас, я думаю, хватит вам. Ну, пока. Все, да. Вопросы еще и будут. А можно еще спросить? Да, пожалуйста. Если, например, проповедник часто ссылается на предыдущих ачаре, а не на Шрилу Прохпаду, есть тут какая-то тонкость? Я слышала проповедника не раз одного, он постоянно ссылается на Ачарев, но Прохпаду не говорит. И я как-то попала один раз на лекции с Гаудиаматхом, бывший какой-то исконовец, и он тоже не говорит Шрилупрхпаду, но всегда ссылается на чарев вот. Есть какая-то тонкость такая, спасибо. Угу. Да, это то, зачем нужно следить, когда мы изучаем Ачарев также, чтобы не, не было вот этого перекоса, когда мы цитируем Ачарев и не цитируем Шилупрупан. <клес> мы, как последователи Шилупрупады, должны за этим следить. То, что делают другие, ну, хорошо, что они не свои измышления проповедуют, а ссылаются на Ачарев, это лучше, чем проповедуют свои измышления. В конце концов, это то же, то же самое трансцендентное знание, которое Шелпропада нам дает там нет отличия. Шелпрада ничего не добавил, ничего не изменил. Его подача, его манера, его стиль уникальны они очень проникновенно, очень доходчивые, очень, очень професси... очень виртуозно составлены таким образом, чтобы не лишить нас сути и деталей важных деталей. При этом не напрягая нас, не первостепенными, не важными деталями, там связанными с санскритской грамматикой, объяснения часто делаются стихов. Вот не пере... у это не перегружено, но я изучаю и те и как комментарии я и, и других ачарьев и это помогает только больше оценить шел-пропаду. Но иногда уместно цитировать других ачарьев, когда это помогает что-то подчеркнуть или что-то а, как бы систем, систематизировать. И иногда есть что-то, что ценно, что в принципе помогает усвоить знания данные Шилупрадой. А, то есть в конечном итоге нужно, если о том, как судить о проповедниках, сложно сказать, сложно сказать, что в том случае, о котором вы говорите, все ли злокачественно или не злокачественно. Но это может быть злокачественно, скажем так. Это может случиться так, что это является следствием монархии изучения слишком большого количества книг с целью просто расширять свои собственные как бы, объяснения и продвинуть себя как ученого, как того, кто как бы знает все и может там вдоль и поперек расширять и расширять. То есть есть могут быть какие-то анархи здесь, могут быть. Но иногда бывает просто, ну, как попадаешь под влияние, естественным образом, ну, как ничего негативного нет. Вот бактериосамротесинхол, мы будем часто цитировать Ачарьев, вот, и для удобства, для удобства формулировок, для того, чтобы выделять какие-то детали из повествования. Это помогает просто выделить, выделить и сконцентрироваться. Но ну, пропады дают то же самое. Вот. Но у нас не всегда есть способности быть такими внимательными, выделять, концентрироваться. То есть, в случае с нектаром преданности это неизбежно, мы так будем делать. То есть мы прошу прощения за это. Это будет помогать всем. Это будет помогать читать и быть удов... получать удовлетворение от нектара преданности. Вы увидите, что нектар преданности основан на комментариях Ачарьев, наш с вот этим особым настроением и стилем Шилу браупада делающим, презент... делающим восприятие довольно-таки легким. У ачарьев это сложнее. Да? Иногда мы к ачарьям обращаемся с целью, наоборот, напрячь разум, стимулировать интеллект. Ну, надеюсь, ответил еще вопрос. Пожалуйста, Матаджа Юна. Да. Да, спасибо. Да, такой вопрос практически. Вы упомянули, что есть методичка какая-то, да, к вашему курсу. А как бы с ней познакомиться можно? А, да, методички... И, и, у нас есть группа в Телеграме, в и эти методички уже там, там будут домашние задания, то можно задать вопросы, будут какие-то подсказки тоже, да, и так далее. Вам надо подключиться к этой группе, и там можешь, сможете скачать методички по Гити и Нектару Предности. Ссылку могу дать его сейчас. Хорошо, спасибо. Ссылка на, на группу. Я прямо сейчас скину, ну, закончим уже тогда лекцию на этом. Я скину сейчас, и вы успеете по ней пройти или ее скопировать. Вот эта группа. Да, вижу. Будет очень полезно присутствовать в этой группе. Домашние задания, подсказки, вопросы, объявления, материалы какие-то. Все можно, все там будет. Ага, все, спасибо. Я присоединилась. Ага, Спасибо хорошо, большое. тогда на сегодня достаточно, закончим. Пообещаю на всякий случай, чтобы уж точно начать непосредственно изучать теперь, то есть изучение Бхагавадгиты начнем со следующего занятия. Предисловие Шилупрупады и немного поговорим о Большом введении Читайте предисловие введения домашние задания к чтению, задания к чтению, помогающих вашему чтению уже есть в этой группе. Отмотайте, вы все сможете увидеть там. Харе Кришна, Шивабрупадаки, Грандхараджа Шримат